Тревожный сигнал поступил в редакцию «Мира Белогорья» из села Престень Ровенского района. Местные жители обеспокоены закрытием детского сада. В чем причина приостановки деятельности дошкольного учреждения и где выход из сложившейся ситуации, узнала наша съемочная группа. Вот это наш пищеблок. Он находится у нас в таком аварийном состоянии, особенно пол. Еще совсем недавно наполненные детским смехом помещения Престенского детского сада сегодня пустуют. Мира, вынужденное дошкольное учреждение, не прошло очередную проверку к новому учебному году, и по решению суда его работа была приостановлена. У нас нету свидетельства, эпидзаключения нету, которое выдает СЭС. Нам его они не дадут, потому что детский сад требует капремонта. Для села, в котором проживает около 600 человек, закрытие садика стало серьезной проблемой. Если в летний период дети находились со старшими детьми дома, то в настоящий момент, когда начался учебный год, детей практически, когда родители находятся на работе, детей некуда девать. Капитальный ремонт здания детского сада потребует больших капиталовложений и времени. В администрации Ровенского района нашли экономически рациональный выход из ситуации. Использовать помещение местной школы, которая рассчитана на 360 учеников, а занимаются в ней сейчас лишь 46. Было принято решение забрать часть пустующих классов в школе местной, переоборудовать их под дошкольное образовательное учреждение, под детский садик. Здесь есть и существующая уже система видеонаблюдения, здесь система пожаротушения. На переоборудование свободных классов под дошкольные группы выделили около 900 тысяч рублей. Планируется отделка помещений и установка новой мебели и оборудования. Строители должны завершить все работы к середине октября. Александр Кветка, Наталья Давыдова, новости Мира Белогорья.